Добрый вечер. В Украине 20.00. Вы смотрите подробности. О главных новостях за сегодня расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Ставки на отставку. В кулуарах парламента делят портфели нераспущенного Кабмина. И бомба стреляет, что не поделили черные копатели в Ривненской области. Браконьер высокого полета. Зачем в Одесской области милицейский чиновник напал на эколога? Гадание на портфелях. Вопрос смены премьер-министра достиг точки кипения. В Верховной Раде зарегистрировано постановление об отставке главы Кабмина. В кулуарах звучат фамилии возможных кандидатов на это кресло. Нового главу правительства готов предложить и блок Петра Порошенко. Так кто же станет новым премьером и когда произойдет эта ротация? Об именах, условиях и требованиях фракции. Екатерина Лысенко подробнее. Они не виделись почти месяц, вот так, чтобы всеми фракциями и сразу. И вот он, первый согласительный совет после мини-каникул. Но на чем нардепы разошлись, на том и встретились. Насправді, я думаю, что мы за эти три тижні политические силы найдут и запропонуют украинскому обществу выход из политической кризи. Насправді, результату цих консультацій і розмов сьогодні поки що немає. О законопроектах говорят, но мало. Все больше о коаліції і судьбі Кабміна. Є пропозиція, яка залишається актуальною. Уряд змінюється, тому що до нього просто немає довіри. В ответ от фракции премьера звучат последние призывы помириться, мол, шанс хоть небольшой, но есть. Це відновлення парламентської коаліції, посилення чинного складу Кабінету міністрів України, тісна взаємодія між блоком Петра Порошенка, Народним фронтом та демократичними парламентськими силами. А найважливіше – продовження реформ в країні, які започатковані цим урядом. Но в блоке Порошенко от нынешнего премьера реформ уже не ждут. От него ждут заявления по собственному. Готовы даже своего главу Кабмина предложить. Парламент має повернутися до оцінки діяльності уряду. Блок Петра Порошенка підтримує зміну прем'єра на керівника-технократа, який буде працювати, а не займатися щоденним піаром. Як тільки ми отримаємо заяву про відставку прем'єр-міністра, ми внесемо наступну кандидатуру. И мы давно ждем этого момента. У нас есть и кандидатура, и программа, и голосы. А если премьер сам не попросится на выход, то в Раде даже заготовили постановление об увольнении. В Верховній Раді існує проект постанови про звільнення з посади прем'єр-міністра України, який не суперечить ні законам, ні Конституції, який пройшов комітет і готовий для постановки на голосування в парламент. І тому ми наполягаємо, що в вівторок першим питанням саме ця постанова про відставку Арсенія Яценюка була розглянута. Фамілію нового глави правительства, по крайній мірі в кулуарах Ради, не називають. А спікер, которому прочить крісло прем'єра, увіряє, йому поки не предлагали. Коли коаліція буде створена нова, вони визначать, хто може бути тим прем'єр-міністром або тим членом уряду, який здатен зробити зміни, які сьогодні люди відчувають не потребу. Тому буде час, будуть розмови. Зараз в мене жодних пропозицій на цю тему не було. Опозиція ж уверяє, в будь-якому формуванні правительства участі приймати не буде. Мол, хто нанімав, тут пусть і увольняє, а потім і назначає. Вот в этом политическом кризисе виновата коалиция. И она должна найти выход из этого кризиса, предложив какую-то новый формат своей работы, новый состав с новыми коалициантами, с новыми 226 депутатами, либо она должна сама распуститься, и в этом случае должны быть внеочередные выборы парламента. То, что происходит сегодня, это просто замена табличек на дверях. Ну а повестка дня со списком законопроектов, ради чего, собственно, нардепы и собрались, очевидно, еще будет корректироваться. Одни фракции настаивают на социальных и налоговых изменениях, другие – на принятии безвизовых документов. Мы должны принять законы, которые позволят сделать индексацию зарплаты и пенсии. Это касается изменений до бюджета. И выправить помилки, которые были допущены при принятии податкового кодекса, коли практично знищили фермерів як клас, зупинивши механізм спеціального податкування. Дуже потрібний ремонт закону про електронні декларації, в яким була допущена помилка, котра ставить під сумнів можливість безвізового режиму. В
впевнений, що завтра ми цю помилку виправимо. Но за что в итоге решат голосовать и что станет первоочередным, покажет предстоящая неделя. Вечером все фракции снова собирались, договаривались и согласовывали позиции, но уже на закрытых встречах. Екатерина Лысенко, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. И сразу после согласительного совета блок Петра Порошенко отправился на заседание фракции обсуждать имена кандидатов на премьерский пост. Называли три кандидатуры. Наталья Ереська, Владимир Гройсман и Андрей Садовой. Но единого претендента так и не согласовали. И две из трех названных выше фамилий фигурируют в заявлении пресс-секретаря президента. Святослав Цыголко на своей странице в Facebook очертил три возможных варианта развития событий. Первый – технократическое правительство во главе с Ереська. Второй – политический кабмин под руководством Садового. И третий сценарий – это любой кандидат, которого предложат парламентские силы и, конечно же, поддержат 226 нардепов. С лидером самопомощи Андреем Садовым уже днем встретился Петр Порошенко. Говорили они более двух часов за закрытыми дверями. А после этого Садовой вышел к журналистам и довольно ясно дал понять, кресло премьера он занимать не хочет. Я такие разговоры чув неодноразово, але еще раз наголошую. Премьер має мати підтримку більшості парламенту. Сьогодні самопоміч має 26 депутатів. Тому треба бути відповідальним, приймаючи ті чи інші пропозиції. Треба бути реалістом. Сьогодні треба більше працювати, а менше говорити. И буквально полчаса назад президент собрал у себя на Банковой руководителей всех фракций и групп в парламенте. Там обсуждают судьбу правительства и ищут пути выхода из этого политического кризиса. Возле администрации президента находится моя коллега Ольга Рыцарь. Она с нами на связи. Оля, расскажи, что тебе уже стало известно. Да, добрый вечер, Наталья. В администрации президента началась встреча Петра Порошенко с руководителями всех фракций и групп в парламенте. Об этой встрече просили сами депутаты еще в четверг, ну а само заседание проходит за закрытыми дверями. Главный вопрос, который сегодня будут обсуждать, это решение политического кризиса. И напомню, как говорил представитель президента Верховной Рады, есть уже запрос на полную перезагрузку правительства, поскольку момент частичного обновления правительства уже упущен. Ну а перед заседанием мы пообщались с главой фракции «Самопомощь» Олегом Березюком, и он нам сказал, что обсуждать кандидатуры сегодня с президентом не будут. А главный вопрос, почему Арсений Яценюк не идет добровольно в отставку? Мы сегодня маем ставить запитання, чому чинний прем'єр-міністр не йде у відставку, не маючи жодної ніякої довіри і, по великому рахунку, страшну недовіру в суспільстві і в парламенті, в тому числі, тим самим дестабілізує ситуацію в країні. Ну, уже как было сказано, до этой встречи с президентом провела заседание фракции блока Петра Порошенко. Там тоже обсуждали кандидатуры на пост премьера, однако какой-то одной фамилии не намерены называть. Там тоже ждут добровольной отставки Арсения Яценюка. И, по словам Луценко, если этого не произойдет, то уже в ближайшее время в Верховной Раде может проголосовать за постановление об отставке премьер-министра. Ну, а пока мы ждем окончания этого заседания, и, может быть, будет известна какая-то новая информация. Наталья? Да, обязательно звони, если что. Ольга Рыцарь, о встрече президента с главами парламентских групп и фракций. Когда же уйдет Яценюк, и кто реально может сесть в его кресло? Эти вопросы мы задали экспертам, и вот что услышали в ответ. Питание відставки Яценюка – это питание, по великому рахунку, уже позавчерашнего дня. Або он пишет сам про добровольную відставку, и тогда закликает, и тогда его фракция поддерживает, голосует. Або ждут до вересня месяца, когда сесія інша, піднімають питання недовіри уряду і тоді голосують. Є ще проміжний варіант, це коли фракції, які категорично виступають проти, чи депутати проти Яценюка, блокують, не дають можливість 30 днів працювати в Верховній Раді, так, і щоб приймати якісь рішення. Коли піде Яценюк, питання суто психологічне. За власним бажанням добровільно питання зависло. Він не хоче. Найбільш вірогідний сценарій, хоча теж під питанням, це формування нової коаліції, і пропозиція з боку нової коаліції кандидатури нового прем'єр-міністра. Називаються кандидатури Ереська і Гройсмана.
Пока эксперты и депутаты гадают, кто сменит главного камикадзе, сам Яценюк и его кабинет, как ни в чем не бывало, демонстрируют работу. Премьер даже внеочередное заседание собрал, которое транслировали в прямом эфире. И, казалось бы, должно быть что-то экстренное, но вопросы вполне насущные. Реформа среднего образования, качественное питание для военных и демонополизация энергорынка. О возможном прощании с креслом не прозвучало ни слова. Ну и пока чиновники сражаются за кресло, насущные проблемы бизнеса решаются на местах самими предпринимателями. В Хмельницком работают так называемые народные предприятия. Сейчас в городе по такой народной схеме существует 30 крупных компаний. Но уже приобщились и мелкие. Все они объединены договором о территориальной общине. Раз в месяц платят минимальный взнос от 100 гривен и сами решают все свои вопросы бизнеса. Когда вы возьмете 15 статью податкового кодексу, то у нас тут написано, що податки сплачуються фізичними особами, резидентами, нерезидентами і юридичними особами, нерезидентами і резидентами. А людей, громадян, територіальних громад немає процедури сплати податку. Ми продаємо свої послуги, продаємо свою вироблену продукцію. Тобто торгівлею займаються тут, в державі. Ніхто не гнобить, ніхто не лізе в їхні, не ламає через коліна. Как работают эти народные предприятия? Готовы ли бизнесмены делиться опытом и видят ли они выгоду в такой народной экономике? Наши журналисты постараются найти ответы на эти вопросы, и материал об этом вы увидите уже завтра. Зона АТО в районе Авдеевки и Ясиноватской развязки. Не прекращаются обстрелы. По данным украинской разведки, помимо тяжелой техники, туда переброшены подразделения российских военных из Самары и Воронежа. Наемники пытаются прорвать оборону армейцев, которые стоят перед Авдеевкой в сторону Ясиноватой. Сутки на окраине города провела моя коллега Ирина Баглай. Разрушенная войной улица на окраине Авдеевки. Здесь по-прежнему живут люди, но за пределы двора выходить не решаются. Идите вы отсюда, пока вы в доме на простреливаемой улице тоже семья. Вторую весну собирают вот такой урожай. Это прошлые годы. Это вот. Вот такие подарки. Дальше этого ручья идти не советуют. Когда Авдеевка остается без воды из-за обстрелов, сюда сходятся жители со всего города. Что вырастет на огороде, вот и все витамины и продуктовый запас, даже если приходится работать под пулями. Уже в сумерках пытаемся проехать к передовым позициям, но враг останавливает. Мы как факелы, объясняют командиры в тепловизоре боевиков. Для ДНР. Сейчас вы не видите, где обстрел снайперов. Вот, это из Ясноватой, сейчас бьет миномет. А на захваченной наемниками Ясиноватской развязке прикрытие – мирные жители. Боевики разыгрывают целые спектакли. Выстрелили колонну, пропускали автомобили, и за них выходили, стреляли. Это ночь первая, когда противник снизил интенсивность обстрелов. Военные не удивляются, ведь на украинской стороне и наблюдательная комиссия работает, и ОБСЕ. Поэтому противник артиллерию заменил снайперами. Это они выманивают нас. Причем выстрел был четко видно, одиночный. То есть работа снайпера. Это уже центр Донецка. На кадрах запрещенные орудия боевиков готовятся к огню. Видео несколькими днями ранее сняли жители оккупированного города, когда в Авдеевке не прекращалась артиллерийская канонада. Ирина Баглай, из-под Донецка. Подробности, телеканал Интер. На контрабанде янтаря в Закарпатье попались двое местных пограничников. Сотрудники СБУ и военной прокуратуры задержали их с поличным, когда те пытались переправить 10 килограммов камня в Румынию. За услугу они получили от заказчика $500. Теперь им грозит до 10 лет тюрьмы. Правоохоронці затримали одного із інспекторів на гарячому під час отримання ним $500 США неправомірної вигоди, а іншого безпосередньо під час спроби незаконного переміщення 10 кілограмів бурштину через державний кордон України. Обом затриманим повідомлено про підозру. И янтарные разборки в Полесье. В результате перестрелки здесь были ранены местные жители. А перестрелка произошла между черными копателями. Что они не поделили и какой данью обложили самостоятельных добытчиков? Подробнее расскажет Инна Белецкая. Вот он, своеобразный блокпост на въезде в село Ельна. Полицейские на УАЗике с автоматами. Они появились здесь из-за очередного конфликта. Днем в село нагрянули несколько десятков вооруженных людей из райцентра. Местные говорят... собирать дань.
Это то самое, что получил, то это уже меня, это, как говорится, победи. А остальные, как голову там поразбивали. А ты простреленный в руку, в ногу. $200 за день вымогают, чтобы платили. Платить нужно за добычу янтаря. Незаконную. Местные жители предпочитают об этом молчать. Не на камеру признаются. Причина конфликта именно в этом. Разборки хочут делать в Ельно. Там на болоте наши паи, а они хотят там что-то копать. Это была настоящая война, рассказывает София Ясковец. Вон, я сколько копти бачила. Якась страхотя йшли з такими некими полками, да там наші там стоять, а вони подійшли, і давай, пальці стакети рвуть, доб'ють, да й до чого добійся. Один із ранених упав прямо на подворі пенсіонерки. Скинула той рубашка, мабуть, його, і тут прямо, отут. Ой, витягніть мені кулю, ой, витягніть, а хто ж тобі, кажу, є витягне? Руки нехай свята, вона медичка робить, мені пункти. Да визвала скору, не повезла. В Ракитинскую больницу привезли двоих раненых. Бригадою швидкої допомоги було доставлено двох потерпілих у приймальне відділення. Перший – це був кульове поранення правого плеча. Другий хворий поступив з діагнозом осаднення правої гомілки. Пострадавшим оказали помощь, и они уехали. Ранения оказались не слишком серьезные. В Ельно говорят, даже в районной больнице оставаться им опасно. То, что произошло сегодня, иначе как началом войны, местные жители не называют. И боятся, что как только из села уедет полиция, вооруженные люди вернутся. Янтарный промысел тем временем набирает практически промышленные масштабы. Вот видео, которое сняли активисты Автомайдана. Заречнинский район. Здесь добывают янтарь в открытую, не прячась. И таких мест в Ривненской области десятки. Интересно, какое количество жертв необходимо, чтобы те, кто отвечает за правопорядок, начали реагировать. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности, телеканал Интер. Ривненская область. И браконьерский скандал в Одесской области. Любители пострелять в редких птиц в национальном парке Тузловские лиманы оказались высокопоставленными чиновниками. Во всяком случае, так утверждает директор этого заповедника Иван Русев. Он вместе с сотрудниками на выходных устроил засаду, чтобы разоблачить браконьеров. Среди них оказался и бывший начальник районной милиции. Он вел себя наиболее агрессивно. Бросался на камеру, хамил и отказался предъявить документы. Инцидентом сейчас занимается полиция. Ты посмотри. Это просто наглое поведение бывшего начальника милиции, который ведет себя отвратительно уже 15 лет. Здесь истребляется под его началом вся эта фауна, и теперь они залазят уже в национальный парк. Более подробно о том, что произошло в заповеднике, какие рычаги используют браконьеры, чтобы замять этот скандал, и чем может закончиться вся эта история, мы расскажем завтра. Российский президент выводит войска из Сирии. Об этом и не только во второй части нашего выпуска. Новые подробности нападения в Кот-д'Ивуар. В каком состоянии руководитель группы украинских миротворцев? Градус вседозволенности. Что ждет мукачевского прокурора за вождение в нетрезвом виде? От любви до ненависти. Штаты не могут определиться с чувствами к Дональду Трампу. И новость последнего часа. Путин приказал вывести российские войска из Сирии. Как сообщают РИА Новости, об этом он якобы договорился с сирийским коллегой Башаром Асадом. И во время встречи с министром обороны Сергеем Шойгу отдал приказ начать вывод основных сил с 15 марта. При этом Путин отметил, что задача, которую ставили перед армией, в целом выполнена. Реакция Белого дома последовала незамедлительно. Там заявили, что администрация США пока не готова оценить последствия решения российского руководства и то, какое влияние оно будет иметь на межсирийские переговоры. Экс-глава Евросовета Херман Ван Ромпей жестко раскритиковал предстоящий референдум в Нидерландах об ассоциации между Украиной и ЕС. Чиновник заявил, что если голландцы скажут «нет», это станет позором для правительства этой страны и сделает Нидерланды менее надежным партнером. Ромпей напомнил, что трагические события в Украине начались с нежелания бывшего украинского руководства подписывать соглашение. Если же ситуация не изменится, это будет означать, что украинцы погибли зря, подчеркнул еврочиновник. Референдум, напомнил, запланирован на 6 апреля. Парламент страны ратифицировал этот документ еще 7 июля.
А вот получит ли Украина безвизовый режим с Евросоюзом, во многом зависит от завтрашнего решения украинских парламентариев. Нардепы рассмотрят обновленный законопроект об электронном декларировании доходов чиновников. Правки, согласованные с еврокомиссарами, на днях внес президент Порошенко. Согласно этому документу, уже в этом году судьи, прокуроры, министры и депутаты обязаны будут декларировать свои доходы в электронном виде. В случае внесения недостоверных данных им грозит от штрафа в 300 тысяч гривен до 2 лет тюрьмы. Избежать наказания удастся, если чиновник в течение 7 дней исправит ложную информацию. Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Андрей Пасечник стал невыездным. Теперь суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. Делом занимается Национальное антикоррупционное бюро. Детективы утверждают, что Пасечник оказывал давление на главу Минэкономразвития Абрамавичуса. Якобы он лоббировал свое назначение на пост замминистра через одного из лидеров БПП Игоря Кононенко. Напомню, обо всех обстоятельствах этого не случившегося назначения Пасечника рассказал сам Абрамавичус в феврале, после чего подал в отставку. Послезавтра топ-менеджер «Нафтогаза» ждут на допрос в НАБУ. Сам же Пасечник сегодня заявил, что готовит встречный иск против бюро за разглашение личной информации. Пьяного прокурора за рулем задержали закарпатские патрульные полицейские. Уровень алкоголя в крови у мукачевского правоохранителя превышал норму в 10 раз. Какая ответственность ждет его за вождение в нетрезвом виде, узнавали наши корреспонденты. О том, что по улицам как-то неуверенно разъезжает серая Део, патрульным сообщили жители Мукачева, позвонили на 102. Машину удалось остановить в центре города, от водителя пахло алкоголем. Проходить алкотест на месте он отказался и начал кому-то звонить. Трохи згодом він погодився пройти той самий тест, але у Мукачівській лікарні. Результат драгера показав 1,98 проміла, що майже у 10 разів перевищує допустиму норму. Полицейским водитель признался, он сотрудник местной прокуратуры. Видимо, считал, это как-то повлияет на исход дела. Но патрульные забрали права и составили админпротокол. Штраф за вождение в нетрезвом виде от 3500 гривен. Мы решили узнать, как повлияет этот инцидент на карьеру прокурора. Отправились к нему на работу. Я не працюю с вами. Да? Я не знаю, я пришел зараз. В Мукачевской прокуратуре о коллеге рассказали только то, что здесь он работает уже 15 лет и ни разу не был увлечен в злоупотреблении спиртным, уверяют уже в областной прокуратуре. За этим фактом уже призначено прокуратурой службовую проверку, она проводится. По ее завершению будет визначено меру его дисциплинарной ответственности, а за кодексом законов про працю это будет або догана, або звільнення. По данным местной патрульной полиции, только за последние 4 месяца они зарегистрировали 260 случаев вождения в нетрезвом виде. Среди нарушителей были и высокопоставленные чиновники, в том числе и в погонах. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Закарпатская область. Геннадий Корбан должен выйти на свободу, поскольку решение продлить ему арест до 15 апреля судья принимал, основываясь на неоригинальных документах. Так считают представители защиты Корбана. Адвокаты заявили, в деле присутствуют ненадлежащие заверенные копии, а не подлинники материалов, основываясь на которых судья Днепровского суда и оставил Корбана под стражей. Суд перенес заседание на завтра и обязал прокуратуру принести оригиналы этих документов. Жоден документ не має відповідних реквізитів для того, щоб документ вважався документом. Суд буде зараз повторно досліджувати обставини справи з урахуванням документів, які будуть в оригіналах надані суду. Жодних питань щодо достовірності вказаних документів не може існувати. Якщо необхідно суду впевнитись в дійсності вказаних документів, сторона обвинувачення надасть їх оригінали. И очередные слушания по делу Геннадия Кернеса. Чего потребовала его защита и пошел ли суд на уступки, знает Лидия Калинина. Сегодня судьи продолжили слушать свидетелей обвинения. Показания давали двое бывших сотрудников ГАИ. По версии следствия, охранники Кернеса подрезали машину, в которой ехал один из потерпевших, и вытащили его из салона. Двигались на автомобиле Геращенко, Васильев и Кутянин. Когда они убегали от охранников Кернеса, вот как раз потерпевшие говорили о том, что во дворах на Новгородской зацепили автомобиль. Авария была пустяковой, но на оформление, говорят следователи, выезжал замначальника Харьковской ГАИ. Правда, сам он припомнить подробности этих событий уже не может. Я не могу на протяжении, по прошествии столько времени, конкретно помнить дату, время и... Вот как вы по минутам.
Ну, так не может ни один человек помнить. Адвокаты Кирнеса возмущаются. Зачем вообще было вызывать свидетелей, которые напрямую к делу не имеют отношения? По сути, сегодняшние свидетели не сказали ничего. Ни в сторону обвинения, ни в сторону защиты. Поэтому бесполезная трата времени. Я хотел бы здесь участвовать в суде, в котором будет рассматриваться вопрос по сути, а не какие-то там мифические и какие-то непонятные разборки. Количество допрошенных со стороны обвинения уже перевалило за десяток, но пока никто из них версию потерпевших не подтверждает. Те, кого опрашивали ранее, уверяли, 25 января 2014 года не видели избитых участников Евромайдана Ряполова и Кутянина. Мол, двое бодигардов мэра, которых обвиняют в похищении, и сам градоначальник в тот вечер почти все время были на виду. Прокурор же говорит, во время досудебного расследования показания свидетелей были иными. Разумеется, мы будем исследовать показания тех лиц, которые они давали на досудебном расследовании. И уже суд будет оценивать, какие из них являются правдивыми, какие лживыми. Дальше стороны долго спорят, когда проведут следующее заседание. С начала года договорились слушать дело каждый понедельник. Но теперь Кирнес заявляет, он не может ездить на суд так часто. Мол, тяжело высиживать по несколько часов. Да и помещение не оборудовано для колясочников. Я могу продемонстрировать здесь на слайдах состояние своих ранений и тех, назовем так, травм, которые я получил. Я недавно проходил обследование после здесь 11-часового заседания или 9-часового заседания, когда я еле-еле пришел в состояние, назовем так, нормального дыхания. Адвокаты мэра и вовсе каждое заседание называют пыткой для подзащитного. Судья идет навстречу. Следующее слушание состоится через 2 недели. На этот раз заседание суда заканчивается на удивление рано. Около 2 часов дня все участники процесса уже разъезжаются. Все от того, что из 5 приглашенных свидетелей приехали всего 2. В следующий раз суд надеется провести более продуктивное заседание. Это будет, как и обещал судья, 28 марта. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности телеканала Интер, Полтава. Руководитель группы миротворцев «Украинка» майор Елена Ляхова пострадала во время нападения террористов на отель в Кот-д'Ивуаре. У Елены ранение лица, и сейчас она в больнице. В результате этого нападения, я напомню, погибли 16 человек, в том числе 2 военных. Среди погибших гражданка Германии Хенрике Грокс. Она с 2013 года возглавляла отделение Гёте-института в столице Кот-д'Ивуара Абиджане. Накануне террористы открыли огонь в городе Гран-Басам. Там расположен популярный курорт. Вооруженные люди в масках начали палить из автоматов по туристам, отдыхавшим на пляже возле отеля. Ответственность за этот теракт взяло на себя северноафриканское подразделение Аль-Каиды. И траур в Анкаре. В столице Турции прощаются с жертвами вчерашнего теракта. У полицейских уже появились первые подозреваемые. Обо всем подробнее расскажут наши корреспонденты. Дождливый и мрачный понедельник в Анкаре. Сотни людей провожали в последний путь жертв кровавого теракта, произошедшего в сердце турецкой столицы накануне. Пострадавших 125. Взрыв был настолько сильным, что машины разлетелись в разные стороны. Один автобус полностью сгорел. В близлежащих домах повылетали стекла из окон. Подъехала черная машина и уже через 10 секунд рванула. Из автобуса вылетели пассажирские сиденья. Мне в руку попал кусок металла. Это случилось в 18:40 по местному времени, в час пик в самом центре города. Рядом популярный парк Гювен и большой транспортный узел. Неподалеку правительственные здания. Среди них офис премьера Турции. Террористы подорвали себя в машине возле автобусной остановки. Количество жертв возросло до 37. 7 человек умерли за ночь в больницах. Среди погибших также террорист и еще один человек, подозреваемый в этом теракте. В осуществлении теракта подозревают девушку. Турецкие СМИ уже опубликовали ее фото. Террористке 24, родилась в городе Карс на востоке страны. Училась в университете, изучала туризм и отельный менеджмент. 3 года назад присоединилась к рабочей партии Курдистана, за что позже и предстала перед судом. Последнее слушание по делу провели в декабре 2015-го. О втором подозреваемом пока ничего не известно. Также силовики задержали более 10 пособников террористов. Задержали 11 человек. Мы раскрыли всю сеть. Выявлены интересные связи. Некоторые серьезные факты указывают на причастность рабочей партии Курдистана. Но все детали будут раскрыты после завершения расследования.
Президент Турции Реджеп Эрдоган принимает соболезнования от лидеров всех стран мира и в очередной раз обещает поставить терроризм на колени. За последние полгода это уже третий крупный теракт, который потряс еще до недавних пор относительно безопасную и стабильную страну. Ирина Иванова, Елена Гнесь, подробности, телеканал Интер. Мариупольское направление зоны АТО. Боевики стягивают сюда тяжелую технику. Бронемашины заметили неподалеку от оккупированного Докучаевска. Участились также провокационные обстрелы на этом участке. Все подробности узнаем от Александра Пантелеймонова. Вон банка с петрушонки. На трубе это вид осколки. Тут еще потелок был. Это как мне налегла, все осколки разлетались оттуда. Военные показывают следы ночного обстрела боевиков. Несмотря на интенсивный огонь со стороны противника, наши бойцы ответные не открывали. Была информация. Боевики подготовили провокацию для российских телекамер. Приехали где-то русские репортеры к ним. И они хотели нас провоцировать, чтобы потом показать, что мы срываем минские договоренности. Прошли почти сутки, но ситуация по-прежнему напряженная. На той стороне постоянно проводятся маневры, двигается и бронетехника. Мы напряжены, они напряжены. Они сейчас выставили машины на боевую готовность. По команде будут стрелять. В стане противника заметили оживление. Разведка сообщает, боевики заняли огневые точки. Сейчас нам сообщают, что может быть обстрел. Нужно срочно уходить отсюда. Докучаевск видно как на ладони. И мы в зоне прямого поражения. По информации нашей разведки, в районе Докучаевска отмечено передвижение бронетехники боевиков, в том числе танков, БТР, БМП. Это говорит о том, что они в очередной раз не выполняют минские договоренности об отводе тяжелого вооружения. Нам удается выехать с позиции до начала обстрела, а навстречу к переднему краю движется подкрепление. Ночью тут может произойти очередное боестолкновение. Александр Пантелеймонов, Максим Чеблин, Антон Чиженко. Подробности. Телеканал Интер. В Киеве неизвестные ворвались в квартиру разведчика 92-й бригады, одного из тех, кто принимал участие в задержании российских ГРУшников Ерофеева и Александрова. Двое мужчин надели мешок на голову жене бойца Кирилла Вереса, связали женщину и ее маленького сына, после чего устроили допрос о деталях службы мужа. Из сейфа в квартире преступники забрали документы и зарегистрированное оружие. Что там еще было, я точно вам сказать не могу, так как то сейф человека. От, и завели меня, ну, я была в ванной комнате, они меня еще больше привязали скотчем и сказали, что можете дзвонити через півгодини своему чоловікові и все сказать. Питали за чоловіка, яка в нього діяльність, що він там робить і де він зараз. Відомості про події внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження. На цей час проводиться ряд оперативно-розшукових заходів та слідчих дій. Более 1000 мигрантов направляются к границе Македонии. По словам очевидцев, большая группа беженцев покинула лагерь на севере Греции около города Идомени. Там находится палаточный городок на 12 тысяч мест. Однако из-за дождей условия жизни в нем стали невыносимыми. Лагерь покидают целыми семьями. Вероятно, мигранты попытаются обойти пограничный забор. 9 марта Македония, я напомню, полностью закрыла границу для нелегальных мигрантов. Альтернатива для Германии. Ангела Меркель терпит серьезное поражение на региональных выборах. Кому немцы отдают предпочтение и чем это грозит действующему канцлеру, расскажет наш специальный корреспондент Светлана Чернецкая. Катастрофа для Ангелы Меркель. Оскорбительные поражения и наказания от избирателей. Европейская пресса смакует все детали самой серьезной неудачи немецкого канцлера за последнее время. Ее политическая сила, Христианско-демократический союз, понесла существенные потери на выборах в трех землях Германии. Немцы предпочли отдать свои голоса новоявленной ультраправой антимиграционной партии «Альтернатива для Германии» или АДГ. В Саксонии-Анхальт она показала особенно хорошие результаты. Депутаты АДГ займут четверть мест в местном парламенте. Гадать о причинах такого поразительного успеха правой популистской партии не приходится. АДГ выступает за запрет приема беженцев и закрытие границ. А лидер этой политсилы, Фрауке Петри, предлагает стрелять по нелегалам, чтобы те не пробирались в страну.
Похоже, сейчас, когда в Германии стремительно увеличивается количество мигрантов, немцам эта риторика намного ближе, чем лояльная политика Ангелы Меркель. Впрочем, сама канцлер поражение на выборах приняла стойко и заверила, не откажется от избранного пути. Я уверена, что наш подход к миграционному кризису правильный. И на сегодняшнем съезде партии мы его не ставили под сомнение. Главной темой нашего обсуждения стали беженцы, а еще тот факт, что данный вопрос, нерешенный удовлетворительно, очень сильно повлиял на выборы. Но, судя по всему, Меркель все же придется поменять подход к миграционному кризису. Она просто не может закрыть глаза на эту стремительно растущую силу. Партии «Альтернатива для Германии» всего 3 года, а она уже представлена в половине региональных парламентов. Это исторический успех и значит только одно – все больше немцев недовольны канцлером. Кстати, на праздновании в Берлине, проведенном АДГ после выборов, сторонники скандировали «Меркель должна уйти». Конечно, говорить о тотальном разочаровании политикой канцлера в стране будет неправильно. Рейтинг Меркель по-прежнему очень высокий. Ее поддерживает 54% немцев. Это меньше, чем в прошлом году, но во многих демократических странах главам государства и о таком приходится только мечтать. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Европейское бюро телеканала «Интер». Бразилию захлестнули массовые протесты. В воскресенье жители более 260 городов вышли на улицы требовать отставки президента. Демонстранты недовольны падением экономики и процветающей коррупцией. При этом глава государства уже заявила, что с должности уходить не собирается. Политику Дилмы Русеф поддерживает менее 10% населения. По предварительным данным, в воскресных акциях приняли участие рекордные 3 миллиона человек. Организаторы при этом заявляют о 6,5. Чем больше людей выйдут на улицу, тем легче нам будет изменить свою страну и построить новую, процветающую. Каждый должен продемонстрировать свою позицию. Главная проблема нашей страны – это коррупция. Такие митинги свидетельствуют, что бразильский народ не будет это терпеть. Закон должен быть один для всех. И о коррупции украинской. В Черновицкой области участники АТО уже полгода воюют с председателем сельсовета. Чего требуют, расскажет Ольга Пономарюк. Цілий рік воювали там, в зоні АТО, а тепер, як виходить, цілий рік воюємо тут. Здесь, в центре села Черновка, что в 10 километрах от Черновцов, Дмитрий должен был получить земельный участок. Он год воевал на Донбассе, прошел станицу Луганскую и Счастье защищал Луганский аэропорт. После демобилизации мечтал построить дом и обзавестись семьей. Ніхто не хоче брати себе, по-перше, відповідальність, виконувати роботу, селищні депутати. Дуже мало з них йдуть на зустріч. Вместе с Дмитрием заявление на получение обещанных соток написали еще 10 бойцов. Депутаты сначала их поддержали, выделили почти 2,5 гектара земли. Но потом передумали. Вдруг вспомнили, что еще в 80-х на этом месте собирались построить школу. Дуже шкода, что так ставятся до этих детей. Если на початку смеялись у плечи, а что пішов, буду не вибачте, а что пішов, а что вы так пустили, то теперь смеются прямо в очи. Прямо в очи смеются, а ничего не получат, ничего им не дадут. Местные жители говорят, просто сельский голова продал землю, пригодную для строительства. Сегодня местные жители собираются на сходку. Немає земли, люди добрые, роздано все. 66 гектаров чужим людям и 32 гектара нашим людям. У нас есть место, где побудували, где сделали документы, чужі абсолютно люди, 31 будинок. 4 вулиці, які ніякого відношення до нашого села не мають. І на сьогоднішній день можна вилучити цю землю, але наш голова сільради цього в упор не хоче робити. Така ситуація не тільки в Чорновці, говорять волонтери. В Черновицькій області землю отримали єдиниці. Нам говорять взагалі, що немає землі для учасників бойових дій, взагалі немає землі у Черницях. Відписка, що давайте створимо комісію. Комісію над комісією, потім знову комісію над комісією, в результаті ноль. Спустя несколько часов ссор и криков черновские депутаты решили, генплан села пересмотрят. Из 2,5 гектаров земли, предусмотренных для строительства школы, половина отдадут участникам боевых действий. Сами бойцы такое решение называют хоть и маленькой, но победой. И даже готовы заплатить за переоформление документов. Ольга Пономарюк, Игорь Рига. Подробности. Телеканал «Интер». Черновицкая область.
два года на передовой, на самых горячих точках. И вот сегодня в полном составе дома прибыли на ротацию. Это А-93 отдельной механизированной бригаде. В Днепропетровской области ее встречала и Наталья Грищенко. В Песках были 11 месяцев. Это редкий момент, когда их можно увидеть всех вместе. На учебном полигоне отличившимся бойцам вручают государственные награды. Затаив дыхание, за ними наблюдают родственники. В семье Кушниров в 93-й воевали сразу двое. Сначала отец, а потом сын. 23-летнего Сашу сегодня и встречают. Он был все время находился в опытном. Опытный, сами знаете, передова, 300 метров от сепаратистов. Звоночка нема, смс-очки немає. Все, мы уже поднимаем, чудником до командирами доходили. Они прошли самые горячие точки. Иловайск, Донецкий аэропорт, Дебальцево, Пески, Александр на передовой. Сначала о том. Самое страшное это в Иловайске, это потеря многих людей, хороших людей. Я тогда был командиром года, 12 человек погибло. За два года на передовой в бригаде 1000 раненых, 198 погибших. Еще 9 бойцов до сих пор в плену. 93-я всегда была в центре ожесточенных боев. Дебальцево, Карловка, Дружковка, Красноармейск, Доброполе. И с выходом на рубеж це околиці Донецка, Пески, Авдеевка. Жодний рубеж не був втрачений. Я это заявляю с честью. Сейчас бригада в полном составе прибыла на ротацию. Этого дня Светлана ждала почти два года, с тех пор, как мужу принесли повестку. Как мы ждали. Верили, надеялись. 30-летний боец из Кривого Рога с позывным «Эверест» вернулся, но только в отпуск. Пройдя Иловайск и Донецкий аэропорт, решил, останется служить по контракту. Когда что-то начинаешь, надо доводить до конца. 15 дней отпуска, а потом снова учения и тренировки. А пока маленький Назар наслаждается каждой минутой, проведенной с папой. Громко так, чтобы все чули. Ты же тебя же по новинах покажут. Что надо? На Украине. Наталья Грищенко, Евгений Коденцов. Подробности телеканал Интер, Днепропетровская область. Очередными санкциями может обернуться для Ирана последнее испытание баллистических ракет. Как накануне заявил министр иностранных дел Франции, в случае необходимости против Тегерана введут ограничения. И Тимейро подчеркнул позицию западных лидеров, которые рассматривают запуск Ираном ракет как нарушение резолюции Совбеза ООН. Напомню, корпус стражи исламской революции провел испытание 8 марта. Баллистические ракеты Ирана дальностью в 2000 километров способны достичь Израиля и военных баз США на Ближнем Востоке. Тегеран утверждает, что имеет право их использовать для защиты страны. Выборы на фоне кулачных боев. В США предвыборная кампания на пост президента страны сопровождается рукопашной между избирателями. И все это связано только с одним кандидатом, скандальным бизнесменом Дональдом Трампом. С подробностями наш собственный корреспондент в Вашингтоне Тихон Зитко. Нынешнюю президентскую кампанию в США называют самой необычной за многие годы. Но подобного развития событий никто не мог представить совсем. Теперь она сопровождается насилием. Как и все необычное, в последние месяцы это связано с Дональдом Трампом, который лидирует в гонке за право стать кандидатом от республиканской партии. Сперва он всех удивлял своими скандальными заявлениями, потом допускал возможность применения насилия против оппонентов. В итоге, в конце прошлой недели ему пришлось отменить одно из своих выступлений. Несколько тысяч протестующих против Трампа митинговали у здания в Чикаго, где он должен был выступить. Несколько сотен из них пробрались внутрь. Вспыхнули стычки со сторонниками бизнесмена. В результате он из соображений безопасности отменил свой предвыборный митинг. А это уже в Огайо. Один из протестующих пытается раскачать сцену, на которой стоит Трамп. На помощь бизнесмена выбегают сотрудники спецслужб. Спасибо за помощь. Я был готов, что подобное случится, но гораздо лучше, когда полицейские реагируют на это. Спасибо. Прекрасная работа. Трамп обвиняет в насилии сторонников Берни Сандерса. И действительно, многие из тех, кто выступает против бизнесмена, поддерживают сенатора от Вермонта. Сам Сандерс винит во всем Трампа. Дескать, республиканский кандидат сам привнес в эту кампанию ненависть. И так считает не только он. Когда он говорит, что хотел бы вернуться в прошлое, когда можно было ударить кого-нибудь по голове, какой это дает сигнал его сторонникам. И неудивительно, что в последние дни мы были свидетелями различных инцидентов. Трамп должен положить конец этому.
Отвратительная риторика Трампа вносит раздор в наше общество. То, что он поощряет насилие и агрессию, не просто ошибка. Это опасно. Осуждают Трампа не только в демократическом лагере, но и кандидаты-республиканцы Тед Круз и Марко Рубио. Сам Трамп отвечает: насилие вызвано тем, что люди разочарованы в американской власти. Люди устали от того, что нашей страной управляют некомпетентные люди, которые не могут обеспечить граждан работой, заключают торговые соглашения в ущерб стране и не могут победить ИГИЛ. Похоже, как остановить это насилие, пока не знает никто, и никто не собирается брать ответственность. Ну а выборы идут своим чередом, и завтра очередные праймерис в 5 штатах. Тихон Зятко, Сергей Еременко. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. Порочный круг во Франции. Настоящая битва общества и церкви по вопросам педофилии. Группа молодых людей хочет изменить правила в приходах и даже обратилась к папе. Какой помощи они ждут от понтифика, расскажет София Гордиенко. Педофилия – это преступление, о котором часто узнают лишь спустя десятилетия. Жертвы обычно из неблагополучных семей. Если и обращаются за помощью к правосудию, то уже после череды депрессий, попыток суицида и тяжелых зависимостей. Но 20 лет назад в Лионе все было по-другому. Когда аббат Принат, сопровождавший скаутов из зажиточных семей в походах, стал оказывать детям недвусмысленные знаки внимания, некоторые не постеснялись рассказать родителям. Со мной это случилось в 90-х. Мои родители тут же обратились к церковному начальству и прошли всех от викария до кардинала. Через 10 месяцев аббата убрали из скаутского движения, и он покинул приход. Спустя 25 лет Франсуа узнал, репрессия коснулась аббата лишь на полгода. Позже его определили в другой храм и снова доверили обучать катехизису детей. Я узнал, что он до августа прошлого года занимался детьми. Это невозможно. Юстиция взялась за священника только после того, как тот сам написал добровольное признание в приставаниях и даже изнасилованиях. Бывшие скауты решили объединиться и добиться наказания не только для аббата, но и для тех, кто его покрывал. Например, кардинала Леонского Барбарана. Его святейшество с журналистами не встречается, интервью дает только религиозным изданиям. В своем интервью кардинал сказал, аббат заверил его в том, что с 1991-го себе ничего подобного не позволял, и на него больше не поступало никаких жалоб. В ассоциации 50 человек все ощутили на себе любовь Святого Отца в разное время. И если бы еще тогда, в 90-х, священник арестовали или даже исключили из церкви, жертв могло бы быть меньше. Против кардинала подана жалоба за покрывание преступника. Еще одна важная деталь, которую хотят поменять пострадавшие – закон. Давность преступления в случае педофилии во Франции – 20 лет. Это норма еще с наполеоновских времен. Почему не подумать о давности? 20 лет назад то, что случилось с 15-летним подростком, не может быть игнорировано. А в 35 мужчина уже зрелый, чтобы начать бороться. К тому же в наполеоновские времена еще не знали, что такое посттравматическая амнезия. Высокие французские церковные чины молчат, а потому члены ассоциации решили обратиться к папе. Желают личной встречи и аудиенции, так как Франциск в свое время сказал, что с его приходом в церкви к педофилам толерантность будет нулевая. София Гордиенко, подробности, Европейское бюро телеканала Интер. Зачем американские власти пытаются расшифровать мессенджер WhatsApp? И что такое джентльменский набор для жеребца? Об этом в нашем обзоре. ЧП в мире искусства. В Мадриде украли 5 картин известного импрессиониста Фрэнсиса Бэкона. Хранились полотна общей стоимостью 30 миллионов евро в частной коллекции у близкого друга художника. Несмотря на сигнализацию и многочисленную прислугу, преступникам удалось остаться незамеченными. Ограбление, которое уже назвали самым громким за десятилетие, произошло 9 месяцев назад. Однако полиция рассказала о нем только сейчас. Поиски преступников продолжаются. Без права на тайну. Американские власти пытаются получить доступ к перепискам и разговорам по мессенджеру WhatsApp. Об этом со ссылкой на свои источники сообщили журналисты New York Times. Мол, полиция расследовала некое преступление, и суд разрешил прослушивать телефоны подозреваемых. Однако из-за шифровки WhatsApp сделать этого правоохранители не смогли. Теперь власти гадают, как обойти шифрование. Мессенджер ввел шифр на сообщения и звонки в 2015-м.
Бывший радикальный исламист нашел новое призвание, теперь он торгует помадкой для бороды. В молодости британец Абрар Мирза поджег жилой дом, после чего 4 года просидел в тюрьме. Выйдя на свободу, решил кардинально изменить свою жизнь и создал линию средств по уходу за бородой. Это и различные масла, и расчески, и специальные помады. Несмотря на довольно высокие цены, его продукция весьма популярна. Массовая авария в Северной Каролине. На трассе столкнулись почти 100 автомобилей. К счастью, серьезно никто не пострадал. Причиной ДТП могла послужить скользкая дорога после дождя. Однако в полиции уверены, в столь масштабной катастрофе виноваты сами водители, которые вместо того, чтобы следить за дорогой, пытались рассмотреть уже столкнувшееся авто. Из-за аварии трассу пришлось перекрыть на несколько часов. Первые всемирные гонки дронов прошли в Дубае. 150 участников со всего мира соревновались на специальной трассе, полной виражей и горок. Главный приз, а это 250 тысяч долларов, достался 15-летнему британцу Люку Баннистеру. Он оставил позади главных фаворитов гонки команду из Дубаи. Суммарный призовой фонд соревнований – $1 000 000. Как превратить коня в джентльмена, знают британцы. Впервые в истории жеребца одели в костюм с галстуком, а голову покрыли кепкой. Причем не какой-нибудь, а дизайнерской. Так с юмором в городе Челтман готовится к скачкам, которые стартуют уже завтра. Есть ли шансы у модного коня прийти первым, говорить пока рано. Но вот гламурная слава на весь мир ему уж точно обеспечена. Я напомню, что прямо сейчас президент встречается с главами парламентских фракций. Возле администрации президента находится моя коллега Ольга Рыцарь. Рыцарь, Оля, здравствуй. Еще раз расскажи, что-то стало известно тебе новое за это время? Да, Наталья, встреча президента с руководителями фракции парламента продолжается уже больше часа. Из администрации президента никто из руководителей фракции пока не выходил. Здесь дежурят десятки журналистов, чтобы узнать последнюю информацию. Но встреча проходит за закрытыми дверями. И, как известно, они обсуждают отставку премьер-министра. Ну и, как нам заявил перед началом заседания лидер фракции «Самопомощь» Олег Березюк, их фракция готова полностью поддержать постановление об отставке премьер-министра. Также появилась информация от заместителя председателя фракции «Народный фронт» Виктории Сюмар, что их фракция готова работать в коалиции и без премьера Арсения Яценюка. То есть такой вариант тоже возможен. И она сказала, что для них главное стабильность в стране. Ну и по словам тех же представителей «Народного фронта», на заседании присутствует также и сам премьер-министр Арсений Яценюк. А мы остаемся здесь ждать, пока закончится встреча, и узнаем последние новости. Наталья. Спасибо, с нами была на связи Ольга Рыцарь. Она остается работать возле администрации президента. И о результатах встречи президента с главами фракций мы расскажем уже в следующих выпусках. Наш сайт подробности UA. Информация там, как правило, появляется первой, всегда обновляется. Я прощаюсь с вами до завтра и желаю хорошего вечера.